становится лучшей командой мира по версии, по крайней мере, Вала, да, по версии Middle Extreme Masters, потому что это чемпионы, и готовится, это золотейшая пятерка, ну, немного с измененным составом, в любом случае, это по-прежнему все та же золотая пятерка, к сожалению, она здесь не в полном составе выйдет почему-то к нам на сцену, но мы должны их похлопать. Это ребята, за которых мы все болеем, за которых лично я болею уже, наверное, очень много времени, и вы прекрасно это знаете. Четвертое место. Ваши аплодисменты. Virtus.pro, Польша! Чего только двое у нас тут есть? Я понял. Ну, собственно, остальные игроки команды Virtus.pro, к сожалению, не стоят. Давайте сейчас попробуем. Virtus.pro, четвертое место оставало. Дальше. Ну что ж, дальше бронзовые призеры. Я вижу, ребята уже довольны. Они расстроены, просят минуту подождать. Мы, конечно же, минуту подождем. Мы самые добрые. Меня учили на сцене очень долго разных вещей рассказывать. Парни, которые состав поменяли 5 дней перед турниром. И, если честно, абсолютно все их списывали со счетов. MVP мне перед первым матчем сказал, что если мы выиграем хотя бы одну карту, будет уже круто. Ребята сюда приехали больше получать удовольствие, чем выигрывать. Как-то набираться опыта. И как-то они очень быстро набрались этого самого опыта. И это очень странно, это все получилось. Потому что показали они действительно неплохой CS. В одной игре, к сожалению. Ну, в принципе, что в одной игре? Как бы сегодня против Непов тоже был довольно неплохой бой. Немножечко им не хватило, но выигранный даст. Остается выигранный даст, поэтому в любом случае они заслужили от нас, по крайней мере, слова похвалы и уважения. Будем надеяться, что приживутся в новом составе ребята. И дальше продолжат они доминировать, скажем так, на европейскую, западноевропейскую сцену. Пацаны, которые у нас уже были чемпионами, правда, немножко под другим названием. И я, наверное, сейчас буду просить их выйти на сцену, потому что ну, не могу я уже ждать, я так понимаю, не хватает одного из их игроков, да? Ну, что поделать, будут они, что ли, втроем, я так понимаю, здесь. Так что, ладно, давайте, мы потом подождем. Ваши аплодисменты. Третье место. Titan Friends! Спасибо ребятам. Вот, в принципе, было трое, двое, можно уже создать команду. Переходим к коллективу, который занял второе место, опять-таки. Эти парни могли стать первыми трехкратными чемпионами StarLadder. Немножечко у них не сложилось. Заняли второе место, проиграли они. Они, подождите, еще рано. Come on. Появился последний игрок команды Титан, он не хочет идти на сцену. Ладно. Второе место. Серебряные призеры 9-го сезона Star Series. Одна из лучших команд мира и по-прежнему таковой она остается, несмотря на поражение в этом гранд-финале. Наши шведские любимчики, ваши аплодисменты. Миричас и Мичас! Заслужили однозначно. Пятый игрок команды Титан. Стоит похлопать. Пятый игрок команды Титан. Ну что же, и сейчас то, что я говорил с этой сцены несчетное количество раз.
но на финалах по Доте. Я говорил это 6 раз. На финалах по КСу я это говорил ни разу, и никто этого не говорил ни разу. Наконец-то! 9-й сезон! Наконец-то! Дождалась Украина, дождался Киев, дождались они. Впервые чемпионы Старлада, рожденные побеждать, Нави! Старладера, услышимся в 9-м сезоне, 10-м сезоне. Ваши аплодисменты, лучшие игроки мира в Казахстане!